какое мне весь день я жду кого-то. Без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то. Могу весь мир я обойти. Как всем известно, труд облагораживает человека. И поэтому люди с удовольствием ходят на работу. Лично я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает. Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем. Людмила Прокофьевна Калугина, директор нашего статистического учреждения. Она знает дело, которым руководит. Такое тоже бывает. Людмила Прокофьевна приходит на службу раньше всех, а уходит позже всех. Из чего понятно, что она, увы, не замужем. Мы называем ее «Наша Мымра». Конечно, за глаза. Каждое утро по дороге на службу я избавляюсь от своих шалопаев. Вот тебе 40 копеек, купишь 2 пакета молока. И не забудь. Ладно. И позавтракать не забудь, слышишь? Так, теперь давай с тобой разберемся. Ты когда перестанешь хулиганить, а? Почему все на тебя жалуются? А я себя хорошо веду. Почему на других детей не жалуются? Объясни мне, пожалуйста. Зачем ты ел пластилин? А я его с сахаром ел. Ну ты же взрослый человек, ты же понимаешь, что пластилин не едят. И зачем вы Машу заперли в шкаф? Понимаешь, я заперт, а ключ потерялся. Шагай! И не смей мазать стул воспитательницы клеем, слышишь? Ладно, ладно. Обормот. Зовут меня Анатолием Ефремовичем. Фамилия моя Новосельцев. Я живу только на зарплату, то есть от получки до получки. Одним словом, выкручиваюсь. Одним словом, верчусь. А это Ольга Петровна Рыжова. Оля. Оля мой самый верный друг. Мы подружились давно еще в институте. Больше всего я люблю в ней то, что она оптимистка. Что бы ни стряслось. А земной шар, как известно, вертят именно оптимисты.
В нашем городе чересчур много жителей, чересчур много приезжих, чересчур много машин. Все куда-то спешат, все куда-то опаздывают. Всюду толкотня, давка, очереди. Но все равно я люблю этот город. Это мой город. Это очень хороший город. Это Верочка. Она любопытна, как все женщины, и женственна, как все секретарши. Оклад у нее секретарский, а туалеты сплошь заграничные. Как ей это удается, загадка. А это Шура. Симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то ее выдвинули на общественную работу, и с тех пор никак не могут задвинуть обратно. Освеженные обязательной утренней зарядкой в общественном транспорте, мы наконец-то прибываем на службу. Привет. Здравствуйте. Слушай, Вовка опять ботинки порвал. Да? Где бы добыть 20 рублей до получки? Люди, Нина? Люди! Погоди, я только сейчас лекарство возьму. Не знаю, может быть, коляску купим. Дайте мне от головы. Товарищи, не уезжайте! Люди по 50 копеек. Сегодня на что? У Маши Селезневой прибавление семейства. А? У тебя распишись, я пожалуйста, тут ни при чем. А кто не родился? Не знаю, не выяснял еще, мальчик или девочка. Спасибо большое. А-а-а. Спасибо, расписывайтесь. Люди, не уезжайте, кто не сдавал! Давайте. Вот здесь распишись, пожалуйста. И за меня там тоже. Угу. Черкни. На Селезневу, на Машу, кто не сдавал, не уезжайте! Ой, господи, какой отвратительный голос. Слушай, ну где же все-таки добыть 20 рублей? А вот если бы меня назначили начальником отдела. Я бы тебя назначила. А что? Ты прекрасный работник, у тебя большой опыт. Пойди к нашей мэмри, поговори с ней, скажи ей. Господи, кого же назначать, как не тебя? Это немыслимо. Идем? Пойдем. Шура, все расписались. А кто не знаешь, а? Не знаю, не выясняла. Ну, мальчик, наверное. Ты? Ади, пойди к нашей мэмри и поговори с ней. Скажи ей, что у тебя двое детей. Да что ты, дети. Она, в принципе, не знает, что на свете бывают дети. Здравствуйте. Здрасте. Она уверена, что они появляются на свет взрослыми, согласно штатному расписанию, с должностью, окладом. Здрасте. Здравствуйте. Да, но лишние 50 рублей ведь на улице не валяются. Еще как не валяются. Ну, здрасте. Да дело даже не в деньгах. Здравствуйте. Мне вообще надоело сидеть за этим столом. Я чувствую себя переростком. Здравствуйте. Способен на больше. А что ты мне об этом говоришь? Ты поди ей это и скажи. Нет, я об этом говорить не буду. Не хочу унижаться, я гордый. Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Это уже обычай, традиция. Я бы сказал, ритуал. Бубликов,
начальник отдела общественного питания. Может быть, поэтому он такой упитанный. А это Юрий Григорьевич Самохвалов. Очень хороший человек. Я его давно знаю, еще с института. Именно с его появления в нашем учреждении и началась вся эта заваруха. Она началась в обычное, ничем не примечательное утро, когда наши статистические красавицы закончили наводить марафет и погрузились в сладостный, волшебный, поэтический мир сводок, цифр, отчетов, планов и смет. Уходил последним. Ты не забыл закрыть дверь на нижний замок? Я не должен больше давать тебе отчет. Если ты помнишь, мы вчера разошлись. Да, я помню. Ты держался очень грубо. Простите, пожалуйста, Людмила Прокофьевна у себя? Да, обождите. Между прочим, ты сегодня жарил яичницу на моей сковородке. И забыл ее помыть после себя. Что за дрянь вы курите? Между прочим, меня зовут Юрий Григорьевич. Перезвоню. Извините, пожалуйста, я думала, что вы посетитель. Так у себя? Да, пожалуйста, Юрий Григорьевич. Доброе утро, Людмила Прокофьевна. Вот я и прибыл. Угадай, что я сейчас курю? Мальборо. Новый зам с барского плеча целый блок кинул. Заводит дружбу секретарши. Сейчас он у старухи сидит. А мне теперь безразлично, кто заводит с тобой дружбу. Извини, я позвонила чисто автоматически. Больше этого не повторится. Разрешите вам вручить сувенир из Швейцарии. Вот в этой ручке 8 цветов, она весьма удобна для резолюций. Черный цвет отказать, красный в бухгалтерию оплатить, зеленый цвет надежды, синий товарищ такому-то рассмотреть. Пожалуйста. Спасибо. Очень остроумно. Присаживайтесь. Вера, вызовите Новосельцева ко мне. А какой ты Новосельцев? А никакой. Вялый и безинициативный работник. К сожалению, таких у нас много. Значит, Юрий Григорьевич. Да? Анатолий Ефремович, зайдите, пожалуйста, к Калугиной. Угу, бегу. Сама меня вызывает. Ну? Угу. Слушай, не упускай момента, бери быка за рога. Ты должен выйти от нее начальником отдела. О чем ты говоришь? Я для нее ноль, пустое место. Впрочем, как и все остальные. Итак, ознакомитесь с отделом химической да. промышленности. Швейцария как это раз занимался статистикой отдел. По химической промышленности. Затем проследите за установкой компьютеров в строительном отделе. Да, так вот, в Швейцарии компьютеры. Очень хорошо, что в Швейцарии компьютеры. Но с чем у нас скверно, так это с отделом легкой промышленности. Так. К сожалению. Начальника у нас там пока нет. Петрунин ушел в министерство. Новосельцев ждет. Подходящие кандидатуры подобрать пока не могу. Пусть войдет. Входите. Входите, не бойтесь. Кроме того, я прошу вас обратить особое внимание. Здравствуйте, Людмила Прокофьевна. Вы меня вызывали? Садитесь. Спасибо. Товарищ Новосельцев. Толя! Толя! Только черт! Юрка! Какими судьбами? Откуда ты? Как я здесь работаю? В чем дело, товарищ? Вот здесь вот. После института. А ты-то как тут оказался? Ой, очки, усы, лысый. Ну, не совсем еще лысый. Товарищ Новосельцев. Это мой старый приятель. Да. Ну, подожди, одну секунду. Я понимаю. Товарищ Новосельцев. Одну секунду. Меня тут... Товарищ Новосельцев, это ваш отчет? Да. Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще. Статистика – это наука, она не терпит приблизительности. Понимаю. Как вы можете пользоваться непроверенными данными? В чем дело? Почему? Я проверял. А вы обратили внимание, что у нас регулярно возникают перебои с теми или иными товарами? Конечно, я же хожу по магазинам. Да, товарищи, в Швейцарии магазины... Простите. Это происходит от того, что те или иные товары не запланированы такими ротозеями, как вы. Извольте переделать.
Так, Юрий Григорьевич, вернемся к нашим делам. Да-да, да. Значит, я вас, как своего заместителя, прошу обратить особое внимание на дисциплину. Дисциплина, к сожалению, у нас хромает. Вам что-нибудь еще? Да. Что? Вопрос. Какой? Нет вопросов. Нет, да? Вы свободны. Опаздывают на работу. Простите, Толенька, пожалуйста, подожди меня в предбаннике. Я скоро. В служебное время бегают по магазинам. А недавно был совсем вопиющий случай. Возмутительный, с моей точки зрения. В дамском, простите меня, туалете. Что? Вывесили объявление и продаю колготки. Звоните по такому-то телефону. Безобразие просто. Ты знаешь, кого наши мымри назначили заместителем? Нет. Кого? Ну, подумай. Не знаю. Ну, подумай, подумай, ну. Ну, не знаю, ну кого? Юрку. Какого Юрку? Ну, ладно, какого, как будто между вами ничего не было. Самохвалова? Самохвалова. Ну, надо же. Представляешь? А как он сейчас выглядит? Ну, выглядит как огурчик. Ой. Юра. Оля. Ой, господи, какой же ты красивый. О. Ну, это на моем фоне. Оля, ты ничуть не изменилась? Ну, да. Как я рад тебя видеть. И я. Тоже. Ребят, я бы нам поговорить. Я не могу в свой кабинет вас пригласить. Калугина приказала его отремонтировать к приходу своего нового заместителя. Как всегда, знаете, новый начальник начинается с ремонта своего собственного кабинета. Как живешь, Оля? Я живу хорошо. У меня отдельная квартира. Правда, за городом, но зато... Ребята, пойдемте недалеко от станции. Там покурим. Пойдем. А сыну моему Витьке уже 14 лет. О. Да. Он спортсмен. Имеет первый юношеский разряд. Парень как. По прыжкам длинному. Что-то куришь. Ну, Мальборо. Спасибо. А у мужа моего тоже все в порядке. Ему язву оперировал сам Покровский. Операция прошла очень удачно. А потом ему дали путевку бесплатно в Ессентуки. Он сейчас там отдыхает. Вообще я живу, так сказать, не отстаю. Ну что ты, что ты? Хожу походы в кино. Да и отечество нам сладко и приятно. И дома у нас собирается компания. Ну а ты как? Да я нормально. Последние 2 года работал в Женеве. Швейцарский сувенир. Спасибо. Ну и как там у них в Женеве? Витька обрадуется. Сложно. Слушай, Юра, может быть, мне в связи со Швейцарией ограбить тебя на 20 рублей, а? Ну, конечно, о чем ты говоришь? Ты меня прости, это правда изменяет моим принципам. Я не беру вышестоящих. Да я еще не вступил в должность. Да, еще можно пока. Это свободно. Я тебе в получку сразу отдам. Спасибо. Слушай, Юра, как хорошо, что тебя назначили начальником. Помоги Толе. А что? Ну, ты понимаешь? Оля, перестань, слышишь, сейчас же перестань. Просто вопиющая несправедливость. У нас тут освободилось место начальника отдела. Толя самая лучшая кандидатура. Оля, уймись, я тебя прошу. Он умен, он все знает. Потом у него на шее 2 детей. А что, дети большие уже? А кто у тебя жена? Да нет у него никакой жены. Это особо его бросил и оставил ему 2 детей. Нет, детей я сам у нее отобрал, не дал. Дело не в этом. Алло, здравствуйте, это Новосельцев. Плюется? Ну, всыпьте там ему как следует. Я задержусь, да. Ботинки там пойду покупать и сразу, да, заберу. Спасибо большое. Плюется бармот. А что? Мне эта идея с назначением Толи определенно нравится. Юра, перестань. Ну, Юра, Оля, назначь. Ну что вы? Ну, раз это такой большой начальник. А сейчас пойду и назначу. Ребят, ну что ну, вы? Перестань. Да и вообще я с отчетом что-то напортачил. Уверяю вас, это не нужно. Ну, Толя. Да что ты? Я за столько лет вообще мог измениться к худшему. Ну уж не так ты плох, чтобы не смог руководить отделом. Это верно. Ждите меня. Угу. Юра, сейчас не время, уверяю тебя. Юра, сейчас это не время. Успокойся, Оля, ну, скажи Толя. Ты этому идиоту. Ну. А ты знаешь, он совсем не изменился. Да. Но если он так будет продолжать, то он здесь долго не удержится. Толь, а ты скажи мне по-честному. Я еще как? Ничего? Оля, что ты? Ты в полном порядке. Людмила Прокофьевна, угу. А у меня возникла идея. А что, если нам назначит начальником отдела легкой промышленности Новосельцева? А? Ну, то, что он там составил плохой отчет, это еще не показатель. Просто засиделся человек на мелкой работе. Я давно его знаю, он очень способный. Я понимаю ваше желание продвинуть по служебной лестнице старого товарища.
Но хотелось бы, чтобы вы оценивали людей исключительно по их деловым качествам. Извините. Всего хорошего. Пока не вышло. Но такие вещи сразу не делаются. Ребята, немножко терпения, и все будет в ажуре. Я всегда в тебя верила, Юра. Безнадега все это. Ну, не бойтесь, ты же заместитель. Я при посторонних фамильярничать не стану. А, вы всегда были очень тактичны, Ольга Петровна. Ну, ладно. Ну, вы поговорите тогда, я пойду в магазин схожу. А то вдруг она обед закроется. У нас перерыв очень неудачный. Сейчас сюда двух, так же, в продуктовых магазинах. Что с нами делает время? Ты помнишь, какая она была? Да. Ну, я думаю, мы с тобой ведь тоже не помолодели, правда? Да. Правда, у женщин это заметнее. Слушай, я действительно хотел бы, чтобы на этой должности был мой друг, которому я смогу довериться в трудную минуту. Понятно. Каждая новая метла расставляет везде своих людей. Надеюсь, ты мой человек? Конечно. Правда, до этой минуты я был ничей. Спустимся вниз, я тебе кое-что покажу. Вера, вызовите мне машину. Давайте. Спасибо большое. Большое спасибо. Первый этаж, пожалуйста. Минуточку. Вы наш новый зад? Да. Так, прекрасно. У Маши Селезневой прибавление семейства. С вас 50 копеек и распишитесь, пожалуйста. Какая прелесть. Как хорошо, когда человек так реагирует. Пожалуйста, прошу. Ой, возьмите сдачу. Нет, нет, на Машу Селезневу мне ничего не жаль. А вы платили? Я платил. Платили? Платил. Вы купили новые сапоги, Вера? Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится? Очень вызывающие. Да. Я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после нее. Значит, хорошие сапоги надо брать. Видишь ли, Толя, Калугина о тебе невысокого мнения, считает тебя посредственностью. Ну, думаю, она права. Я понимаю, ирония маска, ты беззащитна. Но все-таки надо найти Калугиной подход. В чем ее слабое место? У нее нет слабых мест. Она не молодая, некрасивая, одинокая женщина. Она не женщина, она директор. Sit down, please. Это что, твоя машина? Садись, садись, мальчишка. Чего себе. Волга, да? В некотором роде. Садись, садись. Это, ты знаешь, это малогабаритная квартира. А это что такое? Да, Филипс. Стереофонический магнитофон. Да. Вмонтированный, да? Два динамика, слева и справа. Юрий Григорьевич. Я в министерство вернусь, видимо, не скоро. Товарищ Новосельцев, займитесь, наконец, отчетом. Людмила Прокофьевна, не забудьте, вечером я вас жду. Да, буду. Ох, Юра, если б ты знал, как я ее боюсь. Как волка. Слушай, сегодня отмечаю свое вступление в должность. Давай и ты приходи. И, пользуясь домашней обстановкой, постарайся наладить с Людмилой Прокофьевной контакт. Поухаживай за ней немножко. Потому что, если я предложу твою кандидатуру еще раз, она на меня просто зарычит. Как же за ней ухаживать, если она рычит? Нет, это отличная мысль. Отнесись к ней как женщине. Нет, Юра, как женщине я не могу к ней отнестись. Как мужчина не могу. Нет, я могу, как мужчина. Но я же не предлагаю тебе ухаживать за ней всерьез, далеко идущими намерениями. Да, знаешь, слегка приударить. Нет, никакая должность на свете не заставит меня за ней ударить.
Давай так договоримся. Я ударять не буду, а лучше пригласи-ка ты Олю, а? А то меня ты пригласила, ее нет, она обидится. А зачем Олю? Как зачем? А впрочем, конечно. Значит, часам к 8 приходите. Это ты в Швейцарии? Да, она американская. Товарищи, пожалуйста, угощайтесь. Угощайтесь. Вот помидоры, пожалуйста, берите. Очень у вас мило, уютно. И жена ваша мне очень понравилась. Тут наши вкусы совпадают. Я надеюсь, они совпадут и в работе тоже. Убежден. А это что за штука такая? Это мобиль. Мобиль? Это очень модно в Европе. Знаете, оформляют интерьеры подобными. Вот. Смотри, пожалуйста. Такая иллюзия движения. Это еще американец Колдер подал идею мобиля. Знаете, наш 20 век, такой ритм, суматоха, приходишь с работы, успокаивает нервы. Да. Забавно. Возвращайтесь к гостям, Юрий Григорьевич, им без вас скучно. Ну что, Людмила Прокофьевна, как же я оставлю вас одну? Ничего, я тут посижу, вот, полистаю журналы, я устаю от шума. Вообще люблю посидеть одна. Не забудьтесь обо мне. Ну я тихо посижу. Вот журналы. Спасибо. Отдыхайте. Спасибо. Толя, на минуточку. Ну, на минуточку. Угу. Сейчас иду. Толя. Ну, иду. Обжора. Вкусно. Слушай, удобная ситуация. Людмила Прокофьевна там одна, отдыхает. Пусть отдыхает, я не буду ей мешать. Толя, ты дурак, что ты? Юля, я не могу. Пойди, угости ее коктейлем. Держи, хозяин. Держи, держи, держи. Правда, я не могу. Ну, с такой стати, правда. Слушай, я понимаю, она пугала, ее можно выставлять на огороде. Ну, ты смотри не на нее, а в сторону. Нет, Юля, Толя, я кому правда, сказал? Ну, не пожалей меня, Толя. Я боюсь Толя, ее, иди. Я тебя не надо. Иди, Толя, делать. Толя, лови момент. Правда, Толя, я боюсь. Пошел, пошел. Ну, как настроение, Оленька? Ты шикарно живешь, Юрка. Попробуем тот салат. Этот? А я его уже пробовала. Я такой салат делаю лучше, чем твоя жена. Туда надо добавлять тертое яблочко. Характер у тебя не изменился. А ты что? Ты разве помнишь, какой у меня был характер? Я помню все. Я тоже. Толь, подожди ты! Это что такое? Я кому сказал? Иди, Саша! Черт! Толя! Ну! Пошел! Ой, господи, за что мне это? Разрешите войти, Людмила Прокофьевна? Входите, товарищ Новосельцев. Спасибо большое. Садитесь, спасибо. Пожалуйста. И сюда. У вас ко мне какое-нибудь дело? Нет. Да. Я слушаю. Выпейте коктейль. Я не пью, товарищ Новосельцев. Правильно. Я тоже не пью. Тогда зачем вы это принесли? Чтобы выпить. Но это моя ошибка. И не единственная. Людмила Прокофьевна, я хочу вам сказать, вы оказались удивительно прозорливой. Что вы такое? Вы просто вдаль смотрите. Я сейчас работаю над своим отчетом. И, вы знаете, он прямо на глазах становится рада лучше. Рада за вас, лучше, товарищ Новосельцев. Лучше и лучше.
Людмила Прокофьевна, вы любите собирать грибы? Что? Грибы собирать. Березы, зиновики, топята. Нет, я к этому равнодушна. Это, я вам искренне сочувствую. Это удивительно собирать грибы. Знаете, это... Возьмем, к примеру, опята. Они растут на пнях. Если придешь в лес, и тебе повезет с пнем, то можно набрать целую гору пней. О, опята. Белые под осиновики. Они под осинами, под березами, под елями. А вот в засушливое лето, а они любят, где влаги, где пить, они в низинке. Тут найдешь низинку и туда забираешься. По грибам вы большой специалист, товарищ Новосельцев. По грибам, да. Меня зовут Анатолий Ефремович. Я это запомню. У вас ко мне все? Нет, все. Вы свободны, товарищ Новосельцев. Спасибо. Ну как? Почему ты не угостил ее коктейлем? Она не пьющая. А что вы делали? О чем разговаривали? О чем? О грибах. О грибах? А почему о грибах? Ну, о чем с ней разговаривать, Юра? Не о змеях же, правда? Я пытался за ней ухаживать. Помоги мне. На. Я не умею. Я последний раз ухаживал за своей женой, это было лет 12 назад, и я, видимо, разучился. А Людмила Прокофьевна поняла, что за ней ухаживаешь? Думаю, что нет. Юра, ты в Швейцарии стриптиз видел? Ни разу. А по-честному? Зачем мне это нужно? Я бы обязательно пошла. Товарищи, сыр швейцарский, маслины греческие. Прошу, прошу. Хочешь всю жизнь корпеть старшим статистиком? Не хочу. Ну, нельзя что-нибудь придумать другое вместо ухаживания. Я, когда ее вижу, у меня прям ноги подкашиваются. А ты не стой. Ты сядь. Нет, серьезно. Я не знаю, о чем с ней разговаривать. О чем таком? Интеллектуальном. Она тетка умная. Интеллектуальном? Интеллектуальным это можно. Только вряд ли поймет. Ладно, сейчас пойду. Подкреплюсь. И начну метать бесер. Юрий Григорьевич, а вы почему не приглашаете меня танцевать? Я приглашаю вас, Ольга Петровна. После того, как я сама напросилась. Юр, а ты помнишь, как мы с тобой сбежали с лекции по финансовому праву и пошли в кафе мороженое? Ты сейчас так шикарно заказала, а потом у тебя денег не хватило. Конечно, помню. Слушай, у меня тебе вопрос. А этот Бубликов, он что, из отдела общественного питания, да? Да, начальник отдела. А что за человек? Карьерист. Юр, а твоя жена не будет тебя ревновать? Кому? Ко мне. Конечно, будет. А ты помнишь, как мы с тобой ездили целоваться в Кунцево? А теперь на месте этого леса, горы. Помню, конечно, помню. Слушай, а этот Боровских из местной промышленности, он что за человек? Мировой мужик. Ты знаешь, Юр, я сейчас так танцую с тобой, и мне кажется, что этих 18 лет как не бывало. Ну, я пошел. Побольше интеллекта, Толя. Да. Это опять я. Мы ведь с вами уже попрощались, товарищ Новосельцев. Это правильно, да. Ну, давайте опять поздороваемся, что ли. Здравствуйте, Людмила Прокофьевна. Добрый вечер. Да, добрый. Я присяду, можно? Пожалуйста. Вот, спасибо. Вот, благодарю вас. Большое вам спасибо. Нет, я прошу, не так.
Вам не скучно, Людмила Прокофьевна? Нет. Я привыкла находиться одна, поэтому мне не бывает скучно. Значит, мне идти, да? Можете остаться, вы мне не мешаете. Ой, спасибо. Сигаретку, спичку, коробок? Спасибо. А я с вашего позволения. Коньяк, виски, джин, тоник, водку. Мы ведь с вами уже договорились, что я не пью. А, да, да. Черт, что-то с памятью моей стало. Чего печатают? Пока все в порядке. Сидим, как глухонемые, как будто нам и поговорить не о чем. Давайте побеседуем о чем-нибудь. Об отчете мы поговорили. Грибы вас мало интересуют, я так понимаю, да? Правильно понимаете. Ягоды не интересуют? Только в виде варенья. А стихи? В виде поэзии, как вы к ним относитесь? Уважительно. Правда? Ну вот и прекрасно. Давайте с вами побеседуем о стихах. Вы знаете, в молодости я писал сам стихи. А вы не писали? Нет, у меня к этому не было способности. У меня тоже не было. Я вам сейчас почитаю, вы в этом убедитесь. А может быть, не стоит рисковать? Почему? Давайте рискнем. Очень хочется произвести на вас приятные впечатления. Вам это удалось. Уже. Усилить хочется. Из раннего что-нибудь. Любить иных тяжелый крест, а ты прекрасно без извилин, и прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен. Весною... Ой, в ранней молодости вы были значительно талантливее, чем сейчас. Только никак не предполагала, что вы творили под псевдонимом Пастернак. Скажите, пожалуйста, никогда бы не подумал, что вы разбираетесь в поэзии. Стихи хорошие, но прочли вы их скверно. Вам видней. Еще бы. Правда, друзья утверждают, что я хорошо читаю. Они вам льстят. Вы читаете отвратительно. А музыка вас не увлекает, Людмила Прокофьевна? В каком-нибудь любом виде, нет? Я надеюсь, вы не собираетесь музицировать? Ага, петь хочется. Какое несчастье. Почему? Друзья утверждают, что у меня красивый баритональный дискант. Подождите, меня осенила догадка. Вы пьяный? Нет, что вы. Когда я пьян, я буйный. Вот, а сейчас я тихий. Мне повезло. Да, так что вам спеть? Может быть, все-таки не стоит? Значит, вы заранее уверены, что и петь я не умею, да? Я очень устала от вас, Новосельцев. А я вам сейчас спою и... Вашу усталость как рукой снимет. Тихо вокруг, только не спит барсук. Уши свои он повесил на сук и тихо танцует вокруг. Вы в своем уме? Значит, как я пою, вам тоже не нравится, да? Нет, увы. Вам ничего не нравится. Вам трудно угодить. А я все-таки попробую. Вы знаете, я вам спляшу. Современный танец вас вряд ли увлечет. А я, вы знаете, попробую вам что-нибудь из классики. Русское народное. Цыганочка, хорошо? А вы мне подпеваете, Людмила Прокофьевна. Товарищ Новосельцев. Хотя нет, мне вы подпевать вряд ли станете. А я сам Пустите. Себе подпою. Эсса! И пока есть в бокалах шампань. Вот кровью вишня, полюбил цыганку я, она замуж вышла. Юрий Егорович, заберите этого цыганку.
Толя, я Толя, замуж вышла. Ля-ля-ля-ля. Толя! Ля-ля-ля-ля. Вам не нравится, как я читаю стихи? Как я танцую, как я пою? Потому что вы сухарь. Вот вы кто, вы черствая. Вас нет... Подожди, Юра, ты вообще отойди. Тебя тут не спрашивают. Вас нет ничего человеческого. Юрий Григорьевич, пусть товарищ говорит. Вас нет сердца, потому что у вас одни цифры. Я чё-то... Дайте товарищу высказать. Оля, подожди, слезь с меня, я еще не все сказал. Пусти меня. Вы можете меня выгнать после всего этого, но я очень рад, что все это я высказал вам в лицо. Подожди, отойди, отойди, я тебе просто встань в сторонку. Успокойся. Что ты к ней прицепился, как гандалист? Какая муха тебя укусила? Юрий Григорьевич. За столом следила за тобой, я тебе говорила, поешь. Благодарю вас за прекрасный вечер. Что, что? Людмила Прокофьевна. Очень рада была познакомиться. Благодарю вас. До свидания, Карлен Семенович. Всего хорошего. Всего вам доброго. Что с тобой будет завтра? Так. До свидания, товарищи. До свидания. До свидания. Товарищ Рыжова. До свидания. До свидания, Людмила Прокофьевна. До свидания, товарищ Новосельцев. Анатолий Ефремович. Повернись. Всего хорошего. Вас проводить, Людмила Прокофьевна. Я думаю, не стоит затрудняться. Я вас провожу, Людмила Прокофьевна? Нет, я сам. Ради бога, простите, Людмила Прокофьевна. Не обращайте внимания. Что? Он же, в сущности, знаете, неплохой он парень. Он было очень мило. Неплохой парень. Он я получила большое удовольствие. Это я виноват. Не уследил. Ради бога, простите. Да. Я вас с кем провожу. Не бывает. Ну, вы звоните. Давай. Иди. Вы не обижаетесь? Мне это и в голову не могло прийти. И не обращайте внимания. Он меня с такой околесицу. Нет, а чего же? Всегда интересно узнать, что думают о тебе подчиненные. Спасибо. Домой. До завтра. В трамваях болтает, нас мотает одна маята, нас метро то и дело глотает, выпуская из дымного рта. В шумных улицах в белом порхании люди ходим мы рядом с людьми, перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы, перепутаны наши следы. Из карманов мы курево тянем, популярные песни мычим, задевая друг друга локтями, извиняемся или молчим. По садовым, лебяжьим и трубным каждый вроде отдельным путем, мы неузнанные друг друга, задевая друг друга идем, задевая друг друга идем. Привет, Дебошир. Привет. Ты можешь мне объяснить, какая вчера... Здравствуйте. Какая тебя муха укусила? Слушай, не мучай меня, я и так всю ночь не спал. Доброе утро. Здрасте. Здрасте. Ладно, не переживай, пойди к ней извинись. Что-то я не знаю, как ей на глаза теперь показаться. Любишь кататься, люби и саночки возить. Здравствуйте. Здрасте. Слушай, как фамилия девушки? Не помню. Ладно, я схожу. Может, повезет, она меня не примет сегодня. Доброе утро, товарищи. Юра! А, доброе утро, Оленька.
Мне очень приятно, что вчера у меня была. Мне тоже. А я здесь стою, тебя жду. Хочу тебя поблагодарить. Доброе утро, за вчерашний вечер. Да, вечер удался, действительно, ничего не скажешь. А какие у тебя планы на сегодня? Отдохнуть от вчерашнего. Доброе утро, Верочка. Доброе утро, Юрий Григорьевич. У себя. Как всегда. Сувениры Швейцарии. Я взяток не беру. О, спасибо, оперативно. Фирма. Ну, какие у тебя планы на вечер? Какая компания? А мужчины там будут? Ну, ты давай. Знакомь меня. Я теперь женщина одинокая. Вера, зайдите ко мне. Захватите почту. Ой, вот она. Посидите. Вера, вы все про всех знаете. Такая профессия. Что вы знаете о Новосельцеве? Недотепа. Холостяк с двумя детьми. Давно ждешь? Ну ладно, я потом. Вы Лизу Леонтью помните из строительного отдела? Ну, такая светленькая такая, смазливенькая такая, с косой. Она сейчас у нас не работает. Нет, честно говоря, не помню. Ну, естественно. Ну, вот она была его женой, родила ему двух детей. А потом закрутила. Как же она могла оставить детей Леонтьева? Она же мать. Мать. У них был Новосельцев. Тихий, мягкий, безобидный человек. Слова грубого не скажет. Да, безобидный. Ну все, Новосельцев, ваше дело труба. Моя старуха Ваня сильно интересуется. Личное дело изучает. Меня увольняют с работы. За что? За хулиганство. Ой. Верочка, узнаете, может, она меня сейчас не примет, а? Угу, посидите. Тут Новосельцев пришел. Я его не вызывала. Хорошо, я скажу, что вы заняты. Нет, это не совсем удобно. Скажите, пусть войдет. Угу. Ну? Надо идти. Надо. А как она? Ой. Да. Ну, все равно уже. Ну, ни пуха, ни пера. К черту. Здравствуйте, Прокопия Людмиловна. Я пришел, меня не знаю, меня вчера муха укусила. Да, я это заметила. Или я с цепи сорвался. Это уже ближе к истине. Значит, я с цепи. Да. Садитесь, товарищ Новосельцев. Не надо. Анатолий Ефремович. Лучше умереть стоя. Садитесь, не робейте. Спасибо. Сделайте одолжение. Располагайтесь. Спасибо. Вчера вы сидеть позволили себе утверждать, что во мне нет ничего человеческого. Что, мало ли, что я вчера болтал, на меня не надо обращать внимания. Нет, надо. Почему же не надо? Не. Тем более, что вы являетесь выразителем мнения определенных слоев нашего коллектива. Неужели? Вчера вы меня публично оклеветали. Да. Оскорбили. Оклеветал. Все
Все, что вы говорили, возмутительная ложь. Возмутительная. И я с вами категорически не согласна. Я категорически. Почему вы все время виляете? Я не виляю. Почему вы все время виляете? Что вы за человек? Я не могу вас раскусить. Не надо меня кусать. Зачем раскусывать? Не вы утверждали, что я черствая. Почему мягкая? Бесчеловечная. Человечная. Бессердечная. Сердечная. Сухая. Мокрая. Я... Простите, Людмила Прокофьевна. Прекратите. Нет, наконец, надо мной издеваться. Ну, ради бога. Ради бога. Я не... Я просто... Я не хотел. Я не понимаю, почему у меня вырвалось это слово мокрое. Я хотел сказать доброе, Людмила Прокофьевна. Я преклоняюсь бы на Машу. Я не понимаю, почему вы... За что вы меня так ненавидите? Что я вам такого сделала? Кто вам сказал? Ну, я вас не подсиживала. Не подсиживала. Я вас с должности не снимала. Пока еще не это... Премию вы регулярно получали. Получаю. Я... Людмила Прокофьевна, я раскритиковала ваш отчет, так извините меня, я имею на это право. Мы я вас пока еще ваш директор. Души не чаем. Мы вас любим в глубине души, где-то очень глубоко. Очень глубоко, так глубоко, что я этого даже не замечаю. Нет, это заметно, должно быть заметно. Что вы несете, ей-богу? Демократичная наша, демократичная. Как вы что, вы врете, ей-богу, врете не сейчас что же. Вы даже не представляете, вы нас когда вызываете к себе в кабинет, мы идем как на праздник. Возбудительно. Что вы делаете? Взывайтесь ко мне. Вы что, плачете? В кабинет и говорите мне разные ганы. Перестаньте плакать, что вам по должности не положено. Не ваше дело, не ваше дело решать, что мне положено, а что не положено. На это есть вышестоящие инстанции. Нет, ну, успокойтесь. Попейте вода. Позвольте, Людмила Прокофьевна. Юра, подожди, выйди, я тебя прошу, подожди. В чем дело? У нас совещание. Что там происходит? А она увольняет его за хулиганство. Людмила Прокофьевна, мне надо с вами поговорить. Подождите, дайте же нам посовещаться. Перестаньте сейчас же командовать. Я пока что еще здесь директор. Я пока что еще хозяин. Хозяйка. Хозяин. Ну, все равно как угодно. Хозяин. Боюсь, он опять распоясался. Бузатер. Перестаньте реветь, черт возьми. В чем дело? Кто я вам тут, нянька? Я вам тоже не барахло. Впрочем, плачьте. Вам это полезно будет. Может быть, если вы еще способны плакать, то не все потеряно. Не утруждайте, я скажу. Алло. Нет, она занята. Какой министр? Министр? Не надо, дайте ей не до министра. Дайте сюда трубку. Ну, что вы сделали? Ну, как вы позволяете себе разговаривать с руководством? Даже я себе этого никогда не позволяю. Попейте водички, успокойтесь. Совершенно потеряю рассудок. Поикайте. Что же, вы уходите, что все мечтают таким уж чудовищем? Не надо преувеличивать. Не все. Не таким уж чудовищем. Нет, это невозможно, ей-богу, это невозможно. Ну, уходите, я не хочу вас ни видеть, ни слышать. Новосельцев еще там? Представляете, заперлись на ключ. Может быть, прийти ему на помощь и выломать дверь? Да вы что, совсем уже? Уверяю вас... Я никак не хотел вас обидеть. Просто вы заплакали, и как будто вы нормальные. И это меня потрясло. Ой, как вы мне надоели. Людмила Прокофьевна, честное слово, вы понимаете, я... Это мое косноязычие от природы у меня. Я вообще-то думаю нормально, а выражаюсь. Ну ладно, что сказал министр? Черт его знает. Мне кажется, он меня не понял. Я как-то не очень привык разговаривать с министром. А вдруг он меня вызывает? Как же я теперь пойду? У меня весь день глаза будут красные и нос. Это если тереть, а если подождать, пока сами высохнут, то никто не заметит. Я так давно не плакала. Иногда, знаете, хочется плакать. Ну что же я буду реветь в одиночку? Это все равно как алкоголик, который плачет. То есть это... Пьет в одиночку. В следующий раз, если вам захочется поплакать, вы вызывайте меня к себе в кабинет. Поплачем вместе.
полейте мне, пожалуйста. Спасибо. Ой. Ой. Вам хорошо, Анатолий Ефремович, у вас дети. Да, двое, мальчик и мальчик. Ну, вот видите, а я совсем одна. Утром встану, пойду варить кофе. И не потому, что хочу позавтракать, а потому, что так надо. Заставляю себя поесть и иду на работу. Вот этот кабинет и все это практически есть мой дом. А вечера, если бы вы знали, как я боюсь вечеров. Если бы вы знали. Засиживаюсь на работе допоздна, пока вахтер уже не начнет греметь ключами. Делаю вид, что у меня масса работы, а на самом деле просто мне некуда идти. Что дома, 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 только телевизор. Я, видите, даже собаку не могу завести, потому что ее некому будет днем выводить. А ты все дела. Конечно, у меня есть друзья, есть знакомые, но у всех семьи, дети, домашние заботы. Вот видите, превратила себя в старуху. А мне ведь только 36. Как 36? Да-да, я моложе вас, Анатолий Ефремович. А на сколько я выгляжу? На 35. Опять врете, товарищ Новосельцев. Вы только одеваетесь мрачновато. Да? Без лоска. Хм, не замечала. Расписывайтесь и сдавайте по 50 копеек. У Боровских юбилей 50 лет со дня рождения. Так что получается по копейке за год, это недорого. Пожалуйста, расписывайтесь. Юбилей теперь не в моде. Верочка, будет вам 50 лет, вам тоже соберем. Я не доживу. Я на вредной работе. Ну ладно, Анатолий Ефремович. Идите к себе. У меня действительно масса садил. И, кстати говоря, надо узнать, зачем звонил министр. Не сердитесь на меня. Не ругайте. Да и вы меня тоже. За то, что я с вами тут так разоткровенничалась. Ну что, Толя? Новосельцев, с вас 50 копеек. Ну что, уволила вас старуха? Она не старуха. Я еще поработаю немного. Ага, до свидания. До свидания. Завтра я никак не могу. Завтра мы идем к родственникам. А послезавтра?
А послезавтра у моего приятеля день рождения. А послезавтра по телевизору будет показ хоккей. В выходные не трудно выбраться из дома. Ты же сама все понимаешь. Ладно, приезжай. Тебе же надо отдохнуть от вчерашнего. Ну вот. До завтра. Разрешите, Людмила Прокофьевна. Людмила Прокофьевна. Вера, вызовите ко мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности. Как кого? Новосельцева, разумеется. Входите, товарищ Новосельцев, присаживайтесь. Дорогой Анатолий Ефремович, мне хочется воздать вам по заслугам. Как говорится, каждому по способностям. Не правда ли? У нашего руководства, то есть у меня, родилась, как ни странно, мысль назначить вас, одного из ведущих работников отечественной статистики, что там скрывать, ха-ха-ха, начальником отдела легкой промышленности. Легенькой промышленности. Как вы на это смотрите, Анатолий Ефремович? Отрицательно, Прокофья Людмиловна. Я безинициативен, не расторопен, не ловок, а также робок, Людмила Прокофьевна. Я вам завалю всю работу отдела легкой, легенькой промышленности. Входите. Спасибо. Смелее, товарищ Новосельцев. Спасибо, Людмила Прокофьевна. Присаживайтесь, пожалуйста. Слушаюсь. Меня зовут Анатолий Ефремович. Я это запомню, товарищ Новосельцев. Стоит ли затруднять себя подобными пустяками, уважаемая Людмила Прокофьевна? Стоит, товарищ Новосельцев, тем более, что я считаю вас самым трудолюбивым. Что вы, что вы? Не, а трудолюбивым работником. Что вы, Людмила Прокофьевна, стоит ли так меня баловать? Все ушли, а вы как болван остались. Я остался, как вы совершенно справедливо заметили, как болван, потому что вы раскритиковали мой отчет и справедливо раскритиковали. Это делает честь вам, ваша скромность. Моя скромность ничто по сравнению с вашей безграничной прозорливостью, уважаемая Людмила Прокофьевна. Извините меня.
Прекрасно. Простите, пожалуйста, Людмила. Прекрасно. Нет, почему же даже интересное кресло? Это вам к лицу. Правда, простите. Пожалуйста, занимайтесь. Ну нет, а чего же, пожалуйста, вам там удобно? Нет, давайте мы туда-сюда. Только почему же вы меня считаете таким уж плохим работником? Отчего же вы не ушли домой со всеми остальными сотрудниками? Откуда такое рвение? А вы сами говорили, мой плохой отчет. Да? И для этого вы пришли в мой кабинет? Странная идея. Нет, ну я думал, вы поможете мне исправить. Опять врете, Анатолий Ефремович. Вы остались, потому что пожалели меня. Сегодня утром я имела неосторожность расплакаться при вас и, должно быть, от слабости наговорила лишнего, а вы поверили. А все у меня отлично и превосходно. Лучше и быть не может. Дело, знаете, не только в личной жизни. Личная жизнь что? Подумаешь, в личной жизни есть много других интересов. Я руковожу большим учреждением. Работу свою люблю. Многие меня уважают. Некоторые даже боятся. Кстати, сказать, я только что от министра, и он меня хвалил. Так что я совершенно не нуждаюсь ни в вашем сочувствии, ни в вашем покровительстве. Я думал, вы сегодня утром были настоящие. Но я ошибся, настоящие вы сейчас. Ну, ладно, идите домой. Идите скорее. Вас дети ждут. Идите, слышите? Так, всем наплевать, а я сижу одна, ломаю голову. Что такое подарить Боровски, чтобы он получил удовольствие? Присмотрела бронзовую ложечку Весенки. Людмила Прокофьевна, я вас очень прошу, отпустите завтра Новосельцева, а то я одна-то эту ложь не дотащу. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь ли, снег, любое время года надо благодарно принимать. Отзвуки душевные непогоды, в сердце одиночество, печать и бессонниц горестные всходы надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Смерть желаний, годы и невзгоды, с каждым днем все непосильней кладь. Что тебе назначено природой, надо благодарно принимать. Смену лет, закаты и восходы, и любви последней благодать. Как и дату своего ухода надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. У природы нет плохой погоды, ход времен нельзя остановить. Осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить. Надо не скорбя благословить. Надо не скорбя благословить.
Верочка, можно? Да, проходите. Верочка, извините, пожалуйста, передайте это письмо Юрию Григорьевичу. Хорошо. В собственные руки. Угу. Верочка, это очень срочно, пожалуйста. Хорошо. Здрасте. Не забудьте, пожалуйста. Хорошо, это же моя обязанность. А регистрировать письмо не надо. Хорошо, не буду. Угу. Регистрировать. Юра, доброе утро. А, здравствуй, милая. Доброе утро, Верочка. Здравствуйте. У себя? Как всегда, вам письмо. О, письмо. Спасибо. Вера, зайдите ко мне на минуту. Слушаю вас, Людмила Прокофьевна. Мне хотелось с вами поговорить, Вера. О чем? Да вы садитесь, пожалуйста, садитесь. Да я вся внимание. Мне тут нужно с вами проконсультироваться. Хотите еще кому-нибудь собрать сведения? Да нет, собственно, как сказать. Ну, словом, что теперь носит? В каком смысле? В смысле одежды, вот. А зачем это вам? Ой. Извините, Людмила Прокофьевна. Да нет, ничего. Пожалуйста. Ко мне тут приехала родственница из маленького городка и интересуется. Ну, все понятно. Все понятно. Ну, вот что. Начнем с обуви. Именно обувь делает женщину женщиной. Разве? Шузы. Сейчас носят с перепонкой на высоком каблуке. Что это шузы, извините, Верочка, я не поняла. Это от английского слова шуз. Обувь, значит, по-английски, да. Ну, понятно. Что касается сапог, то сапоги нужны на высоком каблуке гармошки. Подождите, Верочка, извините, я должна все это сейчас записать не так скоро. Да, пожалуйста, пожалуйста. Я все это законспектирую. Что гармошки, каблук? Голенище. А, ну да-да. У вашей родственницы ноги красивые, стройные? Ну, в общем-то, это как ноги, как ноги. Ну, средние ноги, будем так считать. Понятно. Значит, неудачные ноги. Людмила Прокофьевна, надо прятать. Куда? Под Макси. Ну ты даешь, Жора! Значит, инвентаризация. 43-22, стул. Сувенир подарочный. Товарищи, в чем дело, я спрашиваю? 15-06, стул. 38-92, настольная лампа. 113, стул. Гляди, какая лампа-то хорошая. Хорошо. Товарищи, одну минуточку. Жора, стул для заседания 4308. Товарищи, что за бесцеремонность, я спрашиваю? Выполняем ваш приказ, товарищ директор. Вы работники умственного труда. Ну и мы тоже. 42-64, счетно-вычислительный аппарат. Осторожно, пожалуйста. Пойдемте в зал заседаний. Какая бестактность. Ваза 13-48. Саранча на летчике. Чернильный прибор 13-19. Вазочка 58-69. Ваза Мозер. Самолет подарочный 13-14. 43-19, стул. Жор, что это за штука, а? Слово неприличное написано. Стереть. Понимаете, еще тут, Людмила Прокофьевна, важна такая вещь, как комбинаторность. Ну, сочетание, там, скажем, свитерок какой-то сверху, вот сейчас, кстати, выбросили в ГУМе, батники, блайзер сверху. Блайзер? Клубный, а блайзер это что? Блайзер, клубный пиджак. Для Дома культуры, что ли? Туда тоже можно. Подождите. Блайзер, подожди. Скажем, батничек. Да вообще и это не главное. Понимаете, вот, к примеру, сейчас парики не носят, так? Значит... Ну и слава богу, я считаю. Куда лучше так... живенько, правда? А то как дом на голове. Ну, да? Если живенько, то лучше. Да. Значит, парики что нам не... остается, значит, если парики не носят? Остается лицо.
Колоссальное значение сейчас приобретают брови. Вот вы меня извините, Людмила Прокофьевна, раз уж у нас такой разговор. Вот, например, ваши брови. А что мои брови? Ведь это же неприлично. Если у вас так густо растут брови, надо же с этим как-то бороться. А как с этим можно бороться? Ну, надо выщипывать, прореживать. Чем? Ну, хотя бы Рейсфедером. А, Рейсфедером? Ой, милый мой, это же больно. Ну, вы женщина, потерпите. Бровь должна быть тоненькая-тоненькая, как ниточка, удивленно приподнятая. Как у вас? Ну, я тоже не эталон. Милый, это же можно только под наркозом выщипывать. Да и это не главное. Вот что отличает деловую женщину от женщины? Что? Походка. Ведь вот как вы ходите? Как? Ведь это уму непостижимо. Вся отклячится, в узел здесь завяжется, вся скукожится, как старый рваный башмак. И вот чешет на работу, как будто свай вколачивает. А мы как ходим? Ой, неужели я так хожу, боже мой? В женщине должна быть загадка. Головка чуть-чуть приподнята. Глаза немножко опущены. Здесь все свободно. Плечи откинуты назад. Походка свободная от бедра. Раскованная свободная пластика пантеры перед прыжком. Мужчины такую женщину не пропускают. А можно научиться так ходить, или это недоступно? Ну, понимаете, можно, конечно, и зайца научить курить. В принципе, ничего нет невозможного. Вы думаете? Для человека с интеллектом. Ну вот встаньте-ка. Оправьтесь. Ой, боюсь, что я не одолею эту науку. Ерунда, справитесь. Не волнуйтесь. Голову вперед. Грудь вперед. Грудь? Вы мне льстите, Вера. Вам все льстят. Сзади подберитесь. А так? Спереди в себя живот. Как? Или там, или там? Делайте, что вам говорят. Все в себя. Все в себя? Так. И пошла на меня свободной походкой. Нога от бедра свободная. Пошла. Людмила Прокофьевна, где вы набрались этой пошлости? Вы же виляете бедрами, как непристойная женщина. Красиво, да? Угу, хорошая лошадка. Это не лошадка, это мамонт какой-то. Давайте приедем уже. А кому? Боровских, юбилей 50-летия. А-а-а. Только ему ни слова, ни слова ему. А где вы себя брали? А, там уже их нет. Вы же женщина, а не солдафон. Я уже забыла об этом. Пикантнее, пикантнее. И игривая улыбка. Вообще пусть мужчины думают, что у вас все в порядке, дышите. Элегантнее пластику. И не надо брыкаться. Вы же не находится, а женщина... Ну, пошла теперь одна. Пошла, веселее. Куда? Людмила Прокофьевна, ну куда вы пошли? Фу. Людмила Прокофьевна! Людмила Прокофьевна, разрешите нам спрятать эту лошадь за сцену в шкаф. А зачем спрятать? Зачем? От юбиляра, чтобы он не обрадовался раньше времени. Ну давайте спрячем. А куда спрятать? Я говорю, в шкаф за сцену. В шкаф? Она влезет? Пихнем. Шура, вас срочно вызывает местком. Местком? Васильцев, спрячьте лошадь! Сейчас иду, я иду! Вам очень не нужна, Людмила Прокофьевна? Нет, Верочка, спасибо. Я сейчас зайду, и мы все. Да, хорошо. И подпишу. Заходите. Мы закончим подпишем, свои подпишем, закончим, дела. Ничего не упустим. Приходите. Людмила Прокофьевна, а чего это вы тут сейчас такое делали, а? Ложите лошадь. Мне не тяжело, я сильный. Вы как провели вчерашний вечер? Не заболели, нет? А что это я вдруг должна заболеть? Мне что, нездоровый вид? Я прекрасно провела вчера вечер. Да. За мной заехал мой приятель на собственной Волге. Ну, да. Откуда же у него столько денег? А, деньги для него не проблема. Он крупный авиаконструктор. Мы поехали в ресторан. В какой?
Ну, поставьте лошадь, что вы, она же тяжелая, что вы в нее вцепились? Я с ней сроднился. В какой ресторан? Мы поехали в Арагви. Мы там ели, что еще, угощались. Цыплята табака, сациви, купаты, шашлыки, чебуреки. Чебуреки? Чебуреки. А что вы пили? Пили, хванчкару пили, боржом пили. Вы же не пьющие. Как это не пьющие? Очень даже, почему же? От хорошего вина не откажусь, тем более в хорошей компании. Что вы прилипли к лошади? Подставьте, вы же надорветесь. Ничего, не надорвусь, она легкая, это маленькая лошадь, это пони. Ну, и что же было после ужина? Вы забываете, товарищ Новосельцев. Поставьте, наконец, лошадь, что вы ее держите, как родную. Я люблю животных. Ну, а как вы провели вчера свой вечер? А я скромно. Я доехал домой на троллейбусе, потом помог делать уроки старшему сыну. Он у меня во втором классе. Потом с младшим повозился. А потом жена. Да? Да. Пригласила нас ужинать. Вашу жену зовут Лиза? У-у-у. Может быть, вам помочь? Я же вижу, вам тяжело. Такая беленькая, с косой. Беленькая, с косой. Это ваша предыдущая жена, а теперь у вас другая? Та самая, с косой. Да, нет у вас никакой жены, Анатолий Ефремович, и мне это известно. Почему вы все время врете? Потому что я беру пример с вас, Людмила Прокофьевна. Я ведь тоже знаю, что у вас нет никакого авиаконструктора. Что вы со мной фамильярничаете? Кто вам сказал это? Говорите, я ваш директор. Зачем вы бросили лошадь? Что это вы с ней вдруг улеглись? Нет, мы не леглись, мы упали. Вы упали? Да, с лошади. Перестаньте симулировать. Нам плохо. Не притворяйтесь. Правда. Вы что, вы извольте встать и выйти вон вместе с лошадью? Больно, у нас тут шишка. Шишка? Ага. Да, надо предложить что-нибудь холодное. Да, у нас производственная травма. У вас никакой шишки. Она проступит. Раз вы утверждаете, то надо что-то холодное. Зачем вы занимаетесь мною лично? Поручите меня вашему секретарю. Когда вы перестанете видеть во мне только директора? Людмила Прокофьевна, представляете, Бубликов умер. Почему умер? Я не давал такого распоряжения. Как умер? Умер. Почему умер? Зачем умер? Я еще не выясняла. Сдайте, пожалуйста, деньги на венок. Почем? По 50 копеек, Новосельцев. Сдавайте деньги на венок и на оркестр. Ну да, если сегодня еще кто-нибудь умрет или родится, я... Держите. Останусь без обеда. Давайте, давайте, расчистите. Подождите, позвольте, я все-таки как-никак ваш директор. Давайте, по старшинству, расчистите. Ага. Новосельцев, почему вы не поставили лошадь в шкаф? Поставьте, тоже нашли время отдыхать. До шкафа мы с ней не дотянули. Ну, вы что? Вам как? Вам там лучше? Там нет. Что у вас там? Шишка? Нет, шишки нет. Все, хорошо. Вставайте. Да, вам помочь? Спасибо. Вставайте же, наконец. Спасибо. И идите, занимайтесь чем там, делами. Простите нас еще раз с нашим конем, что мы вам тут... Ну, вы все-таки... Как себя чувствуете, Анатолий Ефремович? Вы знаете, я вам скажу честно. По сравнению с Бубликовым, неплохо. Ну и идите. Привет. Здравствуй. Что это ты зачастил в район дирекции? Внедряешь в жизнь мой план? Нет, это мы тут с лошадью выполняли общественные поручения. Смотри, смотри. Да, и Юра, да. Прости, ты еще не говорил по поводу меня о назначении. А, понимаешь, все как-то не было подходящего случая, но я обязательно с ней поговорю. Нет, вот и хорошо, что не говорил, и не говори. Пусть все останется, как было, я не хочу этой должности. Странный ты какой-то. Верочка, если Людмила Прокофьевна будет спрашивать, я в министерстве. Хорошо. Да. Алена. Слушай, держись за стул, а то упадешь. Там рядом с тобой Рыжова сидит. Ну, крашеная блондинка такая, вечно с авоськами ходит. Ну, поверни голову назад. Ну, вон же она сидит в жутких розочках. Слушай, она мне передала письмо для Самохвалова. Я сейчас случайно наткнулась на него, на столе лежала. Слушай. Конечно, я понимаю, чужие письма читать нехорошо,
но я стала читать, просто оторваться не могла. Слушай. Дорогой Юра, долго я не решалась написать. Конечно, прошлого не вернешь, писать тебе. Вот, женщины, когда им под 40, часто делают глупости. Ну, ей, конечно, виднее. Я понимаю, что все это тебе ни к чему. Так, вот, при встрече с тобой я поняла, что все эти годы любила, наверное, только тебя. Вот так вот. Пенсия на горизонте, и она туда же. Просто сексуальная революция. Ты что-нибудь подобное слышала? Она, наверное, чокнулась. Только я умоляю, никому ничего не рассказывай. Все.